Босс периодически аура. Имеет аура, которая вешается на вас. Бьет по 3000. Там еще дебаф повытает, что будет тебе неприятно. Клюн. Короче, ключ к спасению, блядь, это не сдохнуть в черной луже, чтоб никто не сдыхал, не. И все, и тогда изи босс. Ну что, начинаем? Я хуй знает, что вы не начинаете, блядь. Где вы? Так, где здесь. Ошибки свои, надеюсь, поняли. Угу. Больше не ходить, каражан. Ебать, изи. Ну давайте, что вы там, блядь, будем пулять сегодня, не? Сейчас пульну. На готовность. В сторону ставь, в череп, либо туда. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Кунаки, смотрите, главное. Был. Оружие. Конца прохилят. Бегаем. Что-то все равно по времени не успеваем. Все, мы успеваем. Ой, блядь. Успел. Очень поймает. Ужас, осторожно. Прожимайтесь. Ага. Ням-ням-ням. Да зачем я сеть? Слишком много людей убрала. Ну еще одного поднимаем.
осторожно, оружие. Ой, блядь, там в тебя как раз. Все, прохилили меня нормально. Я что-то сжалось там, снизу. Готовьтесь. Бегайте. Мы без аспекта. Ну, вот это хуёво. Без аспекта это хуёво. Бэ, пацаны. Изи. Ну вот, кто-то бежал хуёво, кто-то, блядь. А эта хуйня не кикается? Неа. Да ебанутый рейндж просто. Просто конченый рейндж. Все были, блядь, 50+, нахуй, он всё равно плюнул. Просто баганая хуета. Надо было подальше ставить. Там, где метки. Не вставай, это, спиной к боссу встань. А этот тоже. А где вы говорите портал, блядь? Сейчас посмотрим, да, портал-то есть, нет, чё узнаем. Не игра, это просто последний нахуй. Покой, арана, библиотека, стражи и главный холл. Не, нихуя нету, блядь. Нихуя нету. Значит, после смерти. После смерти, ну короче, гениально, блядь. Библиотека стражи, книга, это не оно, книга, да? Книга. Вот физика. А, нет, это темная магия. Время атак в ближнем дальнем бою. Короче, надо книгу хавать, я думаю. У тебя есть ок? Да. Ну, наверное, сожрёшь. Я сожру тоже. Мне этот фистинг задолбал. Как? А? Как ты умер? На трэш. Все расчистили. Ты, блядь, библиотеку портанулся. Книги резаются со временем. Вроде нет. Ёва. Может даже ханту лучше дай. Он больше вроде настреливает. Где сам хант? У него есть книга? Там рыба. Теперь у Ханда есть книга. Короче, метку лучше ставить, босс. Чтоб наверняка добежали, рейндж был достаточный. Тот, кто это
Лучи не ловит. Вы сразу становитесь поближе туда, к той стороне. Ты босс, а паладин, жди у стенки, чтобы не в середине комнаты стоял, хотя бы здесь стой сам. Или вот здесь. Хорошо. И потом уже, вот он подошел к тебе, и ты потом уже поворачиваешься в любую сторону, где красный портал. Там секунду пропустишь, ничего страшного не произойдет. Все, иди туда. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Был. Соберите с меня зеленый луч. Хитбокс у босса очень большой. Так что мне нужно стоять внутри него. Лужа, лужа, пал. О, да, инста. Ой, блять, уебище, не босс нахуй. Так, бегаем, бегаем. Ну, вот тут, вот стой, вот так, куда? Уже когда подойдет. К метке, к метку. Встань, пал. БРКД, да, все? Угу. Ну, это, блядь, конченая хуйня. Вот кинулась лужа, говорю, в 0-1 она убивает. Какого хуя ты в том угле стоишь? Ты видел, где я метку ставил? Ну да, там неудобно будет порталы. Сам, иди, иди, иди. Заберешь следующий войд. Ебать, а лужа мгновенно что ли тикает? Да, да, один тик у лужи мгновенный практически, 0-1. Надо сразу выходить. Сейчас второй тик не получать. На скольки ты скидывал? На 40 там, около 40. Я так за хп следил. У тебя может пашить раньше, кстати. Давай. Да я ебал в рот эти лужи, блять, она появляется и сразу же, блять, ебет на пол хп, блять. Ладно. Чё, масрез? Чё там, можно падать, я думаю. На диван киньте на кого. Ну, не отбегайте, наоборот, подбегите, сдохните. Ну, диван. А, ну, всё, вейпнулся. Вейпнулся. Не стреляет. А если ты можешь вставать, вроде. Просто пошли не нахуй. Ты близко, босс. Я можно резать совуха, резни меня. Босс идет. Не, отходи, отходи пока. Надо, значит, каплю вешать, когда стаков много. Не достаю слишком далеко. Сука, я даже больше не знаю, кого я больше ненавижу, этого босса или пожарника, блядь. Пожарник уже не тот. Понерфили нахуй. Старый. Вот мы там порезали флан. Это ульду больше не ходим, да?
но мне что-то неохота туда ходить. Я бы ходил. Смысла. Я бы ходил, если бы Волонир собирал нахуй. Но те вот, а кто ты? Хилы, Волониры собирают, им есть смысл ходить. Всегда. Волониры не падают. 25-ки падают. Это нужный инст. Волонир топовая пуха. Этим Волониром рохнул. За 3 месяца ульды, блядь, 6 осколков упало. Или 7, блядь. Это рохнул. С фулхаймов. Ну, хаймов не с фулхаймов, типа, но. Не, ну понятно, что шанс там больше. Но ни у кого нету Волонира еще на сервере. Есть. Есть, да, уже? Да. А, ну купить. Не, купить же могли просто, да и все. Не, на собаке. А, ну значит в одного прям вливали. Да. А чё, так и надо как бы делать? Тут разве не два уже? Да хуй знаете. По-моему, там кто-то ещё 30 собрал недавно. А это вайф, кажись. Ага. Все готовы. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Мне кажется... Бейл. А, у меня, блядь, бейла нет. Ёбаный рот, я забыл. Мы ж не умирали. Лучше осторожно. Когда много лока пошибает, каплю давайте. Тут у нас одна капля. Две. Бегать. У кого другая? Хитбокс у босса очень большой, блядь. Вы можете даже не стоять, бить его в лапу, блядь, все равно будете бить. Что-то вот раз же дамага меньше. Ну конечно. Дебаф от Бейла. Ты не заметил, что мы не умирали все? Пал, ты в метке должен быть. Вот проверьте, сейчас мелики, хитбокс босс. Сколько он большой, блядь. А! Смотрите за ужином, если под вами появится. Вон, ДК, блядь, махает, он даже не достает до босса. Физически. Но хитбокс очень большой. Так и остальным великом. Бегать. Да, подумаем, на ком СС там, на Локе? Не на ком. Ну хуярь на себя тогда, на всякий случай. Хотя, подожди. Если в луже сдохнешь, смысла не будет. Там же можно подождать, чтобы с лужу упал, пропал. А уже, уже. Ну там типа, было. Столько дамага проебать. Лужа? Блять. Ну, насильно лужа. Можно дать. Хуй знает на кого вообще. Два БР есть, вставалки нет. На шамана, может? Хотя тоже есть в луже сдохнешь. Смысл. Бля. Причем уголочек такой еще был, видел, я вроде как мог даже. Это у меня. Че, поднимаем, нет? Поднимаю особых. Обоих поднимайте. За сильно вес. Рейстлинг сдох.
пиздец. Отдавай этот бам. Диван. Он наводится. Эй, в пизду. Диван. Шаман сдохший. Диван сейчас, блядь, повесит опять дебаф. Станет сам бэл. Сейчас дам. Себя, блядь. Все, массовец есть, не? А чё мы вообще ждём тогда? КМК дай. Мы падать собрались или не будем падать? Не, давай. Я чё-то не понял. Доиграем, чё. Надо подальше от этого встать. Ну сейчас у нас один хил. Кстати, да. Посмотрим, он фуловый. Ходите. У меня маны, блядь, меньше, чем у него. Потому что я ему имя дал. Стаков не было, видишь, выжил, поэтому. Были. Ну, мало было. А сколько ты мне отдал? Бегай, ну, бегай, бегай. Где-то. Ну, на тебя не успел это стакать, там 5, может, у тебя было. Оно не, после 10 только стаков убивает, уже это лужа инста. Там Рога спрашивает про скип. Что такое скип? Нет, нельзя скипнуть его, нельзя. Типа дальше не откроется. Дальше нельзя к Малчу без убийства этого босса пройти. Надо убивать этого босса и Малчу убивать. По-любому. Чё до вставалки у шамана? Да хуя, 20 минут. А, я сейчас не могу взять, у меня дебаф. Ты можешь? Я возьму. Давай. А сколько у тебя? Сколько у тебя КД? 20 секунд. Я сразу встану, как только спадет. Не умеет бы мне. 10. Блять. Уже больно. Киньте каплю. Надо. Выходи, выходи. Если что, один. Вы это учитывали. Скоро будем уходить. Сколько у тебя стаков? Скажи, когда 20 будет. Или 18. 48. 14, 15. Уходите. Осталось не так много. Да, кстати, Б уже откатился. Дебаф. Ну сейчас я его из могилы дам, да. Дай лапу, друид. Какой-нибудь, в принципе. И мне тоже. Уставили еще. Бэр еще в откате. На нас отдали. У меня КД, дебаф. Ты тоже? Не, все нормально, стою. Не сдохнуть бы, еще камень себе сделал. Чего? Посходи, обойди лужу, бей. Сейчас просто бьем Деталова, да? Прибирать смысла нету. А сколько время? 50 секунд. А, да, все, Деталова бьем. Походу, да. Нужно будет за спину перебегать босс. Тогда исчезнут лучи. Встаем в босса, в центр босса все. И когда он будет начинать каст, нужно перебежать за спину. Вставайте быстрее все в центр. Поставь на себя метку. Просто за спину. Вот за. За спины бьет, нахуй ему похуй вообще. Хороший, блядь.
Ему похуй, у него конус же, тут же как конусы работают, конус же из зада фрейма, нахуй, еще 10 метров сзади выходит конус. Тут вообще ему за спину не забежать, короче. Ну мы, короче, забегали, нормально было. Ну, сейчас как... стоял в крае, может, в крае заднего где-то фрейма. Кто-то стоял. В общем, если бы не сложило, то мы бы били. У меня вот знаешь, какая идея это, тут уже появилась? Игра, это... Я смотрю, просто дерево просто... неплохо в соло справляется. Может, я вылем? Короче, ребят, я спать пойду. Больше времени нет. Так то. Ну давай это... еще один край. Давай да сюда. Все уже. Нет, это был... Я уже больше не могу просто. Это морально, больше не могу уже. И спать охота сильно. Короче, завтра у меня 8 алгалон 25. Вот, и там уже по ситуации, если соберетесь, я пойду. Раньше. Либо раньше, либо уже после алгалона. Сколько у кого завтра по времени? Ты скольки свободен, кто? Днем в любое время 8 алгалон, но там смотря как его тратить будут. Если типа все 2 часа тратить, то значит в 10 продолжу в кару. Если в принципе тут собраться, только надо, чтобы были люди нормальные. Вместо этого танка другой какой-то танк. В принципе, я могу потащить салабу. Так с танком проблем не было. Но его завтра не будет. Мы завтра вечером, когда там днем вечером. Не все ответили. Кто со скольки завтра свободен? Коротко и ясно пишите. Вон, ну вот зад уже алгалон. Примерно такая же хуйня. Короче, либо до 8. Ну, с 6 до 8, либо в этот промежуток чекнуть, кто будет онлайн. Опять же, ну добирать точно надо людей каких-то без КД, которые. Это прям без вариантов. В этом вся проблема будет. И уже, скорее всего, после 10. С 6 до 10 лучше. Ну, это я так навскидку думаю. Ну, типа, если я 8 пойду алгалона бить. Может быть, конечно, его за час убьют. А где книгу сдавать? Снизу, там, чувака. Давайте левитацию кину, кому надо. Войт, вот, да. Войт, ты бежишь туда, где книгу сдавать или нет? Да там сразу библиотеку стражу можно. Библиотеки стража паркуешься. Где я стою? Вон, туда он бегает. Пошли, мобов убьем на террасу. Да там с библиотеки можно попробовать идти. Короче, как я понимаю, все завтра к 10 приходите по войска. Да и все. 10. А к скольки? Никто же, блядь, не говорит. Утра или вечера? Ну точно не утра, вы чё, ёбнулись, что? Так, чё за квест? Куда ты меня повёл? Да ебаные мобы, блядь. Всё, всем удачи. Каржан вести. 6. Могу с тобой DKM сходить туда. Сука, ебаный могу писать. Нет, там фул. Там уже с людьми договорился. Хотя посмотрим завтра. Что там будет. Во сколько? 6.